Всем здравствуйте! На сегодняшний день СМИ сообщают, что состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова продолжает меняться в лучшую сторону. Он понемногу общается с родными. Высокая температура у Романа Сергеевича спала, но медики продолжают пристально контролировать его состояние. Они следят за работой сердца спортсмена, делают ему массаж. Известно, что аритмия сошла на нет, и сердцебиение знаменитого фигуриста почти пришло в норму. Ранее во время сна его продолжали подключать к ИВЛ, чтобы минимизировать возможность осложнений. Сейчас у Костомарова наблюдается положительная динамика, отмечают врачи. На данный момент известно, что Роман Сергеевич находится в коммунарке, в кардиологическом отделении. Из-за боли в сердце он был переведен туда после выявленного сепсиса легких. Напомним, Костомаров попал в больницу с пневмонией и гриппом 10 января. Перед этим он участвовал в ледовых постановках на открытом воздухе. Некоторое время фигурист находился на ИВЛ и ЭКМО. Врачам пришлось вести пациента в медикаментозный сон, так как диагностировали у него сепсис и мерцательную аритмию. Будем надеяться, что Роман Сергеевич очень скоро восстановит свое здоровье. Рома, держись. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!